Спасибо тебе, Светочка, за обзорную экскурсию. Нам очень понравилось море. Вафельки с шоколадом, в сопоте. Потом супчик рыбный в сопоте. Ну, а здесь, конечно, в Гданьске набережная. Сама просто набережная, вот эти вот корабли, что в черте города, такие огромные эти самые. Ну и что еще такое? Третий момент надо, да? Третий момент. Наше взаимопонимание, что мы как бы не шли как лебедь, рак и щука, а все вместе шли вот одной дорогой, одной же самой. Я благодарю тебя.